Друзья, всех приветствую, с вами Вадим Казаков. Сегодня хотел вам рассказать об одном очень интересном и перспективном проекте на сегодняшний день. Это проект в сфере банковской деятельности. Называется Swave Alpha. Это официальный проект от Альфа-банка. Сегодня хотел бы вам рассказать коротко о проекте и о системе дохода. Альфа-банк – это топ-3 среди банков России. У него более 26 миллионов розничных клиентов, больше 26 миллионов кредитный портфель клиентов, около 1,5 миллиона клиентов среднего бизнеса. Это лучший банк 2022 и 2023 года по версии Банкиру. Он попал в рейтинг лучших работодателей сейчас в феврале 2024 года. Стал одним из лучших. Поэтому летом прошлого года запустился проект «Альфа для своих». Сейчас расскажу вам о нем более подробно. Что же это за проект? Это проект для физических лиц, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей. То есть, в принципе, для любого человека, который хочет сам разобраться в финансовой грамотности, помогать своим друзьям и близким улучшать свои знания, навыки в области финансовой грамотности, закрывать какие-то финансовые цели, достигать результатов и иметь при этом дополнительный доход. Вот я уже сказал, да, может в этом проекте своим стать каждый гражданин в возрасте от 18 лет, гражданин Российской Федерации, желающий получать дополнительный доход. Вот. Какие условия для своих в Альфе? Это дополнительный кэшбэк, особенно выгодно для сотрудников, работающих в MLM-компаниях. Здесь кэшбэк на продукты компании до 10% достаточно выгодные условия. Вот. У других банков, по крайней мере, такого я не видел. И дополнительный процент на вклады до 0,5%. Дальше. Соответственно, дополнительный доход. Ваших клиентов вы можете получать при обучении и развитии ваших клиентов. Вы можете также получать дополнительный доход за счет того, что они будут открывать вклады. Вы будете получать за это баллы, но об этом немножечко попозже. Теперь о системе дохода. Доход формируется следующим образом. Вы рекомендуете своим друзьям, близким и клиентам дебетовые либо кредитные карты. За рекомендацию дебетовой карты начисляют, по-моему, 8 баллов, за кредитную карту, по-моему, 15. По системе дохода, соответственно, за каждый банковский продукт он оценивается в баллах. Баллы накапливаются за успешную рекомендацию продукта в течение месяца. Уровень агента считается по сумме баллов за 3 поколения. И для получения дохода нужно подтвердить первый уровень квалификации 1, это набрать минимум 30 баллов в течение месяца. За что начисляются баллы? Баллы начисляются за дебетовые кредитные карты, за накопительные счета, страхование, это ОСАГО или КАСКО для автомобилей, продукты для бизнеса, открытие расчетного счета или оформление открытия расчетного счета, за кредит наличными и за рекомендацию вакансий. Вот. В квалификации считаются баллы за 3 поколения, как я уже сказал. На этом слайде у нас вот приведены, соответственно, баллы, начисляемые за каждый уровень квалификации. За первый уровень квалификации 30 баллов, за последний уровень квалификации начисляется 6000 баллов. Так, цена за баллов зависит от квалификации агента. Соответственно, стоимость баллов для индивидуальных предпринимателей и самозанятых – это 100 баллов. Стоимость 1 балла составляет 100 рублей. Дальше, соответственно, стоимость увеличивается. Вот, дополнительный доход зависит от суммы баллов. Это только дополнительный доход, который агент может заработать при закрытии квалификации. То есть только вот закрытие квалификации приносит соответствующий доход. На примере, допустим, дебетовой карты в первый месяц вы можете заработать до 17 баллов. То есть, чтобы закрыть квалификацию, это достаточно пригласить двух клиентов, чтобы они выполнили все основные целевые действия по карте. Вот. Оформили дебетовую карту, подключили госуслуги, прошли, осуществили подключение СПБ и прошли обучение.
Вот за это они могут уже получить 17 баллов. То есть достаточно пригласить двух клиентов, и вы уже закроете первую квалификацию. Вот. С чего начать? Необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, пройти регистрацию, подтвердить свой электронный адрес, заполнить, оформить себе альфа-карту для своих по ссылке от вашего наставника или вашего партнера, от кого вы получили данную информацию. Если вы хотите участвовать в проекте, он вам передаст ссылку, вы оформите карту. Дальше уже осуществите заполнение документов. И после этого можно будет переходить уже к непосредственно продаже и к поиску клиентов. Далее. Можно привлекать также агентов в свою команду. Отправляем ссылку на регистрацию агента. То есть у каждого агента есть соответствующая ссылка реферальная, пригласительная, при помощи которой он может приглашать уже в команду своих агентов. Вы можете уже работать как команда, помогать друг другу, делиться информацией, какими-то ответами на вопросы, если у кого-то возникают из ваших друзей, знакомых, помогать им тоже расширять свою команду, вы также будете получать за это баллы. Дальше в системе формирования дохода я покажу, как это отражается на системе дохода. Вот. Если вы сделаете эти первые 4 шага, вы уже сможете получить вот выплаты. Система дохода. Теперь коротко про систему дохода. Каждый банковский продукт целевых действий оценивается в баллах. Это я уже сказал. Баллы накапливаются за реализацию продуктов целевые действия. Вот. Количество баллов касательно продуктов. За дебетовую карту выдается 8 баллов. За кредитную карту на 365 дней выдается 15 баллов. Плюс 5 баллов, если еще дополнительно период 60 дней будет оформлен. Кредитная карта Alpha Travel, за нее выдается тоже 15 баллов, плюс 5 баллов дополнительных. За пакет премиум выдается 35 баллов, за платежное кольцо 15. И для счет для бизнеса, если без регистрации, то 15 баллов, с регистрацией бизнеса, то 25. Вот. Далее, за кредит наличными выдается 15 баллов, от 15 до 20. ОСАГО, за ОСАГО 6 баллов, за страховку, КАСКО 30 баллов. Альфа-вклад от 3 до 5 баллов, в зависимости от суммы вклада. Накопительный счет от 1 до 3 баллов, в зависимости от суммы. И за рекомендацию вакансий от 10 до 180 баллов. Там есть различные вакансии, от дистанционной поддержки, доставки карт до премиум-менеджера уже работы в офисе. То есть, если вы порекомендовали человека в Альфа-банк, он прошел службу безопасности, первичное собеседование, вам также начисляют баллы, которые в дальнейшем переводятся в рубли и поступают на ваш счет. Так, единоразовые целевые действия, подключение системы быстрых платежей, госуслуг и прохождение обучения. То есть, вот, где 17 баллов, про которые я говорил, это может клиент все сделать, и вы можете получить за это уже 17 баллов клиента. Далее, регулярные целевые действия. Вот, оплата ЖКУ, налоги или штрафы за каждый платеж, вам приходит 1 балл. Оплата по дебетовой карте, онлайн, офлайн, если за каждые 5000 клиент оплачивает, вам приходит 1 балл. Оплата по кредитной карте, это 2 балла. И вот и за каждое пополнение счета, также за каждые 5000, это 1 или 2 балла. Вот, удержание на счете, альфа-вклад. За альфа-вклад, если вы откроете, также вам будут дополнительные баллы начислены. То есть за каждый продукт он, соответственно, приносит вам баллы. То есть после того, как человек получил дебетовую карту по вашей системе, он должен оплатить покупку на сумму 1000 рублей. Тогда он уже будет закреплен за вами. Получен кредит выдан, либо оформлен пакет премиум, и остаток на счету было более 1,5 миллиона рублей. Активный период клиента считается следующие 12 месяцев после привлечения его в проект. То есть он оформил дебетовую карту, его начался активный период в проекте. После завершения 12 месяцев
если ваш клиент дополнительно оформляет кредитную карту, либо переходит на какой-то другой тариф, осуществляет продление. Вот здесь написано, да, что клиенту необходимо оформить новый продукт. Квалификации считаются баллы за три поколения. То есть вы привлекаете клиентов и агентов. Это будет первое поколение ваше, с кем вы непосредственно работаете. Они уже будут привлекать второе поколение. Это будет относительно вас. А те, кто будут привлекать во втором поколении уже своих клиентов и агентов, они будут считаться третьим поколением. Считаются баллы за сумму всех трех поколений. Так, далее. Количество баллов. Это я уже вам тоже про уровень квалификации рассказывал. Вот. Цена за балл зависит от квалификации агента. И формы сотрудничества для индивидуальных предпринимателей самозанятых, она, соответственно, выше. Стоимость баллов для индивидуальных предпринимателей самозанятых на уровне 1, 100 баллов, видите, на уровне 10 уже 140 рублей за 1 балл. Для физических лиц, соответственно, количество баллов намного меньше, поэтому выгоднее оформлять либо индивидуальное предпринимательство, либо самозанятого. Вот вам простой пример расчета. Агент с А6 квалификацией заработал 200 баллов за первое поколение за своих клиентов. Второе поколение ему принесло еще 220 баллов. И за третье поколение еще каждый клиент принес там 40, 50, 60 и 80 баллов. Это он получил вот в сумме, получается, 650 баллов. Общая сумма. Закрыл квалификацию, получил за каждое поколение по 120 рублей. И сумма вот за каждое поколение, соответственно, умножаем. Получается 35 тысяч рублей. Это он вот каждый пригласил, по сути, трех человек, и каждый из них пригласил еще по двух человек. Вот уже у него доход за месяц составил 35 тысяч рублей. То есть глубина проекта, она как бы большая. То есть рынок большой для этого проекта. Вот, у Альфа-банка всего лишь 26 миллионов клиентов. Ну, в России еще 100 миллионов человек, поэтому это, можно найти своих клиентов каждому. Пример 80 баллов за одного клиента. Приведен пример. Соответственно, человек вот практически за год, если вот он оформлял различные продукты, платежи, кредитную карту. Вот, то есть минимум за год с одного человека, каждый с одного клиента вы можете получать 85 баллов в среднем. То есть если у вас будет там хотя бы человек там 10-20, вы уже, у вас уже там, ну, квалификацию вы сможете закрыть там за 20 человек по 850 баллов за год. То есть вы сможете А8 квалификацию закрыть, у вас уже будет как бы солидный доход. Это без учета дополнительных баллов за все поколения. То есть он для агентов А8 и, по-моему, А10 уровня. То есть вот эти три уровня последние. Есть еще бонус за три поколения. Вот он был в декабре, в январе. Так, далее. Вот три ступени развития. Это, ну, вот примерные ступени развития, как может развиваться клиент. Уже клиент тоже может стать, кстати, агентом. После того, как оформит клиентскую карту. Так. Вот бонусный дуэт. Это если вы развиваете своего агента, вместе с ним получаете бонус. То есть агент в первом поколении впервые достигает уровня А4. Если вы, ваш человек, которого вы развиваете в команде, достигает 4 уровня, вы также получаете за это дополнительный бонус за каждого агента. Соответственно, здесь показана система дохода. Вот, агент, эксперт и мастер. Здесь как бы три уровня условно разделенных. То есть первый уровень это агент, второй уровень это эксперт, который уже закрыл с 4 по 7 уровень и с 8. Результаты участников проекта в свой альфа. Вот, допустим, Елена Машукова, как вы можете видеть, потратила всего 30 минут и набрала за первый месяц, уже заработала 18 390 рублей. Это за троих клиентов, ничего не вкладывая, получая еще кэшбэк реальными деньгами. Цена пригласила 3 человека, они заполнили все целевые действия, осуществили. То есть у нее видно, что за клиентов она получила 120 баллов, то есть примерно по 40 баллов за человека.
ее агент своего поколения 33 балла принес. Вот ее результат за первый месяц. Ну и другие, соответственно, ребята, смотрите, по доходу 152 тысячи рублей, 300 тысяч рублей, 353 тысячи рублей, 90 тысяч рублей, 152 тысячи рублей, 139 тысяч рублей и 212 тысяч рублей. Поэтому, друзья, все в ваших руках. Ссылка, подробности в описании. Все расскажу более подробно, как подключиться к проекту, как начать зарабатывать. Всем до скорых встреч!